Приветствую вас на моем канале анонсов, разборов психологических. И сейчас я вам расскажу, что будет в следующей серии проекта «Холостячка». У меня появилась новая информация, а вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравится больше всего. Так вот, в следующей серии «Холостячка» будет проверять своих женихов на ревность. Поскольку у нее такая профессия актриса, она иногда целуется на съемочной площадке, иногда даже постельные сцены. Поэтому следующая серия будет посвящена теме ревности. Она покажет свои сцены холостякам, а также она с Эллертом она пойдет на танцевальное свидание, потому что он выиграет конкурс танцев, он будет танцевать лучше всех. А также она возьмет самых ревнивых на коллективное двойное свидание. Она возьмет Шатырка и Артема. С Шатырком она будет целоваться. Артем это увидит и будет очень психовать. И вообще мне этот Артем какой-то агрессивный. Я понимаю, мужчина должен быть сильным, защитником там. Но он аж чересчур. Он, по-моему, опасен даже для самой Ксении. Напишите мне в комментариях, за кого вы болеете, какой холостяк, по вашему мнению, лучше всего. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!